Ты учишься в школе, Инглвуд. Думаешь, тебя возьмут в Гарвард? Я родом из бедного криминального района. Сын матери-одиночки. Отца не знал, бла-бла. Ходячее клише. Позвольте представиться. Меня зовут Малкольм Матекамби. Я круглый отличник. На тестировании набираю высшие баллы. Да у него небось типа этот. Фотогеничный мозг. То есть фотографическая память? А я что сказал? Ну да, так и сказал. Практически. У нас с друзьями своя панк-группа. Я гик и фанат хип-хопа 90-х. Скажешь чего, или так и будешь пялиться? Самый страшный кошмар большинства гиков — стать посмешищем. Пора уже кому-нибудь сделать приложение способа избежать ловушек для лохов. Нам пора расширять кругозор. Мы не пойдем на день рождения драг-дилера. Но когда живешь в гетто... Я пойду, если ты пойдешь. Кошмар может быть таким. Но ведь я с ней танцевал. Если спущу это с рук, встану, так сказать, на скользкий путь. Знаешь, что такое скользкий путь? Чё-то типа лыжни. Кабальник свой прикрой! Смотрите лето! Йо, Маклай, товар в рюкзаке еще при тебе? Что он сказал? Я убью тебя и твоих друзей, если не продашь наркоту, или только тебя. Слушай, ты ведь о том же думаешь? Ладно, тебе просто надо найти белых. Езжай на Коачелло, Лоллапалузу. Мы ни черта не знаем о наркотиках. А ты знаешь. Мы хотим попросить тебя о помощи. Лады. Никто ничего не заподозрит. Мы простые гики и ведем себя, как все гики. Это один день. Я не хочу в тюрьму, я хочу в колледж. А, скользкий путь, точнее. Из жизни гика. Поиграешь со мной, мальчик из гетто? Эй, стоп. Моя задача в том, чтобы следить за должным соотношением братухи-шлюх. И если у вас нет сисек... Чё? Прям парни не плачут, помнишь такой? Клёвый кинчик. Гетто. Позвольте представиться еще раз. Меня зовут Малькольм Матекамби. Ну что, сейчас? Наркотик. Меня можно называть, но на мне даже сказать нельзя. Раз уж на то пошло, у него тоже нет права его говорить, а он говорит. Я на 14% африканец. Чё? Ancestry.com. Ладно, скажи уже. Да ты не... Просто рефлекс. Автор сценария и режиссер Рик Фумуйева.